Как лечить ангину? Ангина в народе или медицинский острый тонзиллит, медицинской терминологии, это боль в горле, высокая температура, увеличение лимфоузлов. Как мы ее лечим? Для начала нужно понять, из-за чего, вирусный этот процесс или бактериальный. Для этого обязательно обращение к врачу и сдача общего анализа крови как минимум. Если процесс вирусный, соответственно, мы лечим это так же, как и боль в горле любую. Местно полощем как можно чаще, рассасываем, либо брызгаем. И симптоматическое лечение, жаропонижающее, обезболивающее и противовирусное. Если же процесс бактериальный, в крови есть бактериальные изменения, и чаще всего острый тонзиллит вызывается бета-гемолитическим стрептококком группы А, то здесь обязательно показана системная антибактериальная терапия антибиотиками амоксициллинового ряда. Это аугментин, амоксиклав, амклав, амоксикар плюс. В возрастной дозировочке 10 дней подряд. Не 5, не 7, а 10 дней. Плюс после всего этого нужно будет через 2-3 недели сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови на антистрептолизин, цирреактивный белок и ревматоидный фактор. Обязательно общий анализ мочи и обязательно электрокардиограмма. Для чего? Бета-гемолитический стрептококк, его органы-мишени – это сердце, почки, суставы. Могут повреждаться клапаны сердца, и поэтому, чтобы предотвратить такое осложнение, можно обязательно через 3 недели, через 2-3 недели после окончания лечения сдать эти анализы. Если все хорошо, то все хорошо, вам повезло. Если нет, нужно своевременно начать профилактику, дабы не допустить малейших осложнений.